Отличный очередной дневник кинопродюсера. Сегодня мы как раз находимся в замке Сихаров. Как вы видите, на улице минус 12 градусов, но мы всячески пытаемся изображать лето. Наши герои ходят из постельных сцен в одних трусах с голыми ногами. Им приходится изображать лето. You hold your ground. Have you no shame, madam? Debauching yourself in your father's house? And with a common teacher? I am of the king's courts. And I'm not just a teacher. I'm a bachelor of geography and cartography. A philosopher was good, Charlie. One more take. Stand by, please. One more take. Это главные герои, которые мерзнут, но им надо изображать лето. Это наш главный герой Джейсон Флеминг и няня, которая снимается, Эрлин Бентли. Не должен попасть снег в кадр. Хоть жарко. Я... Ну а что поделаешь? Вы случайно не знаете, почему мы снимаем лето зимой? Ну, причина этого такая. Я готов был сниматься прошлым летом, но у меня родились замечательные двойняшки. Но я готов был сниматься и позапрошлым летом, но съемки фильма приостановились. Поэтому 1-1. У нас сейчас собаки не совсем побежали правильно. Дубль будут делать из-за собак. Мне, кстати, выдали шапку нового модного цвета. Вот такие вот пакетики раздаю всем. Его держишь в руках, специальные киношные. И 10-15 минут тебе тепло. Он очень горячий и сам по себе разогревающий. А кто-то говорил, что у лошадей не бывает заднего хода. Don't forget the birds. Thank you. Итак, жители Великой России, вам всем придется посмотреть этот фильм. И не только потому, что он посвящен вашей великой истории, но еще и потому, что в нем сыграл мой друг Чарльз Данс. Это невероятный фильм. У него просто колоссальный коммерческий потенциал. Такое внимание к деталям, это меня всегда поражало. Это свойственно для российского театра и балета. Я много смотрел российских театральных постановок. Это огромное внимание к деталям. И наш фильм в этом очень похож. Это симбиоз с классикой. Я такого нигде не видел. Такая точность, такое внимание к деталям. Это великолепно. Так, ружье уже заряжено. Сейчас мы начинаем охоту на голубей, которые посылает главный герой картины к себе в замок своей возлюбленной. Я, если честно, побаивался немного лорда, потому что мне казалось, что он очень такой чопорный и важный. Да, слабый, нет, да. Сам стайлинг. Он чопорный и важный, но при этом он очень хороший партнер, и видно, что он любит играть, любит свою работу. Мы снимаем сцену в церковь. А
она очень сильно контрастирует с той церковью, которая у нас в Малороссии, то есть на хуторе. То есть там сотник, здесь у нас лорд Дадли, там у нас там паночка, здесь у нас мисс Дадли. Собственно, весь контраст, он очень ярок и виден всегда. Я рекомендую посмотреть фильм «Ви». Замечательный, очень красивый фильм, который, я думаю, не оставит вас равнодушным. Стало очень холодно, еще холоднее, поэтому на этом... Заканчиваем наш дневник кинопродюсера. Мы по-прежнему будем изображать лето. Обязательно посмотрите это кино. Я уверена, вы будете в восторге. И меня возьмите с собой.